Балетдансы, с вами Мона Амбар, и сегодня мы поговорим о таком интересном явлении в арабском танце, как тряски. На самом деле, говорить мы в большей степени будем о классической тряске, или как ее называют, египетской тряске. Почему же именно о классической тряске я хотела бы поговорить с вами? Потому что чаще всего много вопросов возникает по поводу обычной классической тряски у моих учеников. И вы сами мне, кстати, писали об этом в социальных сетях. Хотите знать, почему не получается тряска? Также чаще всего мы накладываем классическую тряску на такие движения, как восьмерка, круги, волна, всякие возможные проходки и удары. Самое главное, на что вам следует обратить внимание при исполнении тряски, это на положение вашего тела. Итак, ваш корпус должен находиться перед вами, то есть спереди над вашими ногами. Ни в коем случае вы не должны уходить назад, а тем более приседать в колени. Итак, когда вы работаете ногами, вы работаете попеременно и ни в коем случае не остаетесь в приседе. То есть вы стоите на прямых ногах и разгибаете колени попеременно, без перерыва. Ни в коем случае не разгибайте колено до выщелка, вот такого положения, да? Колени скользят, как по маслу, спокойно. И не забываем о том, что корпус находится спереди, ни в коем случае не заваливается назад. Также тяжесть тела находится у вас ближе к носкам. Можно даже немножечко приподняться на носочки, если вам так будет удобно. Ни в коем случае не заваливайтесь на пятки. И самый главный момент, на который бы я хотела обратить ваше внимание, когда вы будете трястись, старайтесь растрясти не ягодицы, не ваш живот, а просто представьте, что вам нужно растрясти ваш квадрицепс. Итак, давайте рассмотрим одно упражнение, которое поможет вам добиться спокойной, красивой, классической тряски. Все очень просто. Дома вам необходимо встать к стене, так, чтобы со стеной соприкасались пятки и ягодицы. Спина и ваш корпус находятся немножко спереди. Стоя возле стены, вы начинаете спокойно разгибать колени попеременно, ударяя икрами по стене. И со временем убыстряя темп, так, чтобы продолжали ударять икрами. Это упражнение позволит вашему телу запомнить правильное положение корпуса, то есть над ногами. А также в тот момент, когда вы икрами будете ударять по стене, вы будете расслаблять ваши мышцы, потому что за счет удара мышца ног, а именно икроножная мышца, будет расслабляться. Один важный момент, вы должны запомнить эту вещь. На тряске танцовщица расслабляется. Ни в коем случае не тряситесь за счет зажима мышц. На сегодня это все. Если у вас есть вопросы, задавайте их мне в соцсетях. В моей группе ВКонтакте все данные вы можете прочитать под видео. С вами была Мона Амбар, и если вам понравилось, ставьте пальцы вверх. Не стесняйтесь спрашивать. Всем пока-пока.